ТПП «Украина Либерленд» представляет. Управленческая франшиза «Steelflex Саратов, Россия». Ожидаемая доходность 20% годовых. «Steelflex Fitness» – сеть тренажерных комплексов. Бренд будущей сети – это объединение мирового бренда «Steelflex» по производству тренажеров и сети фитнес-клубов «Колизей», основанной в 2007 году. Сеть тренажерных комплексов «Колизей» на сегодняшний день состоит из 11 тренажерных комплексов в городе Красноярске. За долгие годы выработана наилучшая модель для масштабирования по всему миру. Компания строит системный и прозрачный бизнес, входит в состав X100. Бизнес-модель проверена на локальной территории города Красноярска и готовится к масштабированию в 2020-2021 годах по территории РФ. В планах компании построить 2000 тренажерных комплексов за 5 лет по всему миру. Компания внедряет самые передовые тренажерные комплексы, информационные технологии, анализ данных, клиентских предпочтений, поведение клиентов. Будет внедрена информационная система, позволяющая в режиме онлайн мониторить процессы и показатели деятельности. До конца 2020 года компания планирует открыть 2 тренажерных комплекса, а в 2021 планирует открыть 50 тренажерных комплексов. Объектом лота является тренажерный комплекс, который будет открыт на территории РФ. В настоящий момент идет активный поиск города для открытия сразу 2 тренажерных комплексов. Наш опыт позволяет выбирать локации с наибольшим потенциалом успешных продаж. При правильном выборе локации окупаемость бизнеса начнется уже с первого месяца. Эффективность бизнес-модели обеспечивается за счет активного удержания клиента и привлечения новых клиентов, идеальной адаптации абонементов к потребностям и возможностям клиентов, создание атмосферы второго дома, чтобы клиент чувствовал себя гостем также за счет современных профессиональных тренажеров, оптимально расставленных по логистике и количеству. У клиента есть возможность реализовать все пожелания для физических упражнений и без очередей, в красивой и современной обстановке. Реализована возможность индивидуального тренинга. Компания X100 берет на себя полный цикл оформления, открытия и регистрации тренажерного комплекса, взаимодействия со всеми государственными структурами и арендаторами. Также выполняет ремонтные работы и дизайнерское оформление помещения, нанимает персонал от управляющего до администратора. Профессиональные маркетологи X100 подготовят быстрый старт, настроят оптимальную маркетинговую кампанию с постоянным мониторингом результатов и внесением корректировок для максимального привлечения клиентов. Каждому партнеру предоставляются отчеты о деятельности компании. Вы получаете круглосуточный доступ к внутренней информационной системе компании Power BI и в режиме реального времени видите все финансовые показатели, прибыль, расходы, а также имеете доступ ко всем записям рабочих совещаний команды, чтобы видеть, какие решения принимаются и почему. В итоге вы владеете долей общества, которое открывает один тренажерный комплекс SteelFlex в одном из городов на территории РФ. Как и в любом бизнесе, есть риски, связанные с ведением данного бизнеса. Тот факт, что вашим обществом и деятельностью фитнес-клуба будет руководить команда профессионалов, используя весь свой опыт по открытию, выводу в прибыль, помогает снизить данные риски в разы. Вы можете вложить средства в несколько тренажерных комплексов, таким образом дополнительно диверсифицировав вложения и, как следствие, снизив финансовые риски. Прибыль, полученная от операционной деятельности, распределяется с учетом менеджерского бонуса.
В данном лоте действует система мотивации менеджера 25 на 25 минус 75. Если рентабельность капитала составляет 25%, либо менее 25% от суммы инвестирования в тренажерный комплекс, с учетом расходов на покрытие операционного минуса, без учета агентского вознаграждения, то менеджерский бонус равен нулю. В случае, если рентабельность капитала больше 25%, то менеджерский бонус составляет 25%, 1/4 часть от суммы прибыли, превышающей прибыль, необходимую для обеспечения 25% рентабельности капитала. Чистая прибыль, полученная от операционной деятельности юрлица, за минусом бонуса менеджера распределяется между инвесторами пропорционально доле каждого по системе 75 на 25 до момента полного возврата инвестиций. После возврата инвестиций прибыль будет делиться между инвесторами и X100 по системе 50 на 50. Минимальная сумма вложений – 50 тысяч долларов США.